Приветствую вас на моем канале анонсов психологических разборов. И сейчас я хочу с вами поговорить вот на какую тему. Почему среди пацанок так много лесбиянок? А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. И хотите ли вы, чтобы вернули Беллу? Если да, тогда давайте напишем под этим видео в комментариях «Верните Беллу!» И тогда это сработает. Обычно люди становятся нетрадиционной ориентацией по нескольку причин. Первая причина – это холодные отношения с родителем своего же пола. Следовательно, мальчики становятся гомосексуалистами, потому что у них холодные такие строгие отцы, а девочки – потому что у них холодные отношения с матерями. Это первая причина. А вторая причина тоже относится как к мужчинам, так и к женщинам, но у женщин она очень часто встречается. Это девушки, которые пережили насилие со стороны мужчин. Очень часто в детстве или в юношеском возрасте, когда мужчины себя дискредитировали в их глазах. Когда девушка понимает, что кроме как с женщинами, она не сможет построить отношения, потому что мужчины – это зло, мужчины приносят насилие, мужчины делают больно, мужчины ненадежные. Тогда психика выбирает гомосексуальные отношения. Да даже сам проект «Пацанки», он называется так, потому что девочки похожи на пацанов. Это защитная реакция. Поэтому на пацанках очень много девочек, не только которые нетрадиционной ориентации, а еще те, которые пережили насилие со стороны мужчин. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. И хотите ли вы, чтобы вернули Беллу? Если да, тогда давайте напишем под этим видео в комментариях «Верните Беллу!» И тогда это сработает. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!